А мы идем, сейчас поднимемся по эскалатору. А потом Да. А потом подаем подарки, выпьем чашку чая и поедем. Мы узнали о том, что из так называемых ДНР и ЛНР много детей вывезли в Ромашку. Это спортивно-оздоровительный центр под Таганрогом. И также часть детей перевезли потом в Московскую область, и они даже попали в семьи, то есть их взяли под временную опеку. Все дети сироты, дети с разными степенями инвалидности, которые под надзорами, под опекой государства были эвакуированы из Мариуполя в первые два дня этой фазы войны, 24 и 25 февраля. То есть по состоянию, например, на 27 февраля мы точно можем говорить, еще город был не заблокирован, но ни одного неофициальной сироты, например, в городе не осталось. Поэтому это все дети совершенно разные. Здесь есть, мы уверены, наши новые сироты, которые потеряли родителей в результате войны. Здесь есть дети с разлученных семей, и знаем мы о таких фактах, когда просто отобрали, по сути, детей от родителей. Стойко, с полным пониманием правоты своего дела. На самом деле это геноцид украинского народа. Не что иное, потому что сегодня дети в этой войне используются с целью пропаганды в Российской Федерации, что смотрите, мы же не просто убиваем нацистов, мы освобождаем украинских детей.